Ой, девочки, какая красота на улице! Как говорится, мороз и солнце, день чудесный. Плюс 1 градус, ночью небольшой снежок прошел. Смотрите, как беленько, красивенько все запорошило снежком. Крыши белые. И солнышко сейчас выглянуло, смотрите. Я надеюсь, сегодня будет более солнечный день. Облачка вроде бы как уходят куда-то. Ой, в общем, красиво. Хорошо, если бы такой денечек продержался сегодня. И ветер слабенький, я смотрю. Ну, классно, классно. Не смогла пройти мимо и не снять это дело. Ой, девочки, наконец-то я вышла из дома. Сегодня долго собиралась. Какие-то дела, то какие-то звонки, то... Сестра позвонила, целый час мы с ней болтали по телефону. А я все в окошко поглядываю, думаю, ну вот сейчас солнышко как спрячется. И не успею я на солнышко выйти. Ой, какая красота. Так хочется на солнышке постоять, побалдеть. И ветра нету. Ой, ляпота. А я, собственно, чего вышла-то? Третья попытка попасть в фикс прайс. Что-то у меня последнее время никак не получается. То я собралась один раз, у нас свет отключили, ну и в фикс-прайсе тоже не было света. И дождь еще шел, поэтому я в другой фикс-прайс никуда не пошла. Вчера уже собиралась, дочка позвала. Но после этого уже как бы не было сил на это дело. Сегодня начала собираться, сестра позвонила. Мы с ней целый час проболтали по телефону. Но все равно думаю, пойду, хочу сходить. Тут уже 8 марта на носу. Кстати говоря, поздравляю всех, девочки, с наступающим Международным женским днем 8 марта. Всем хорошего настроения, счастья, здоровья, всех благ и мирного неба над головой. И вот я вышла прогуляться. Я смотрю, ледик на лужах. Ну, у нас ночью сейчас подмораживает. Так, небольшой минус есть ночью. Ну, днем так плюс... Плюс 2 сейчас, да, вроде. Плюс 2, плюс 3. В общем-то, если на ветер не выходить, то прямо хорошо, комфортненько. Вот сейчас вышло, немножко ветер в лицо дует. Но он такой прохладненький, понятное дело. Вон, видите, снег лежит. Такая вот погодка. Ну, вышло немножко сейчас воздухом подышать. Загляну там еще в магазин, там по мелочи что-то прикупить надо. Но самое главное, хочу посмотреть, что новенького в фикс-прайсе появилось. Ну, как раз канун 8 марта. Какие-то новинки могут быть интересные. А там кое-что надо мне купить по мелочи. Кашу овсяную, если она там есть, я возьму. Мне нравится из фикс-прайса. Вкусненькая очень кашка, недорого стоит. Легкая, хорошенькая. Хороший там состав. Ничего лишнего, никакой химии нет. Вот. А стоит намного дешевле, чем в других магазинах. Но может ее и не быть. Так что сейчас вот зайду в один магазинчик и быстренько-быстренько иду в фикс-прайс. Ну вот, все, спускаемся, девочки, в фикс-прайс. Посмотрим, что там новенького. Так, корзинку надо взять. Опа. Так, что тут у нас хорошенького? Посмотрим. Поздравляю. Открыточки. Ничего тут не написано. Можно что-то написать. Вот такие коробочки с сердечком. Но это, мне кажется, еще они остались от Дня Валентина. Вот такие коробочки по 149. Так, это что? Это ручка. Ручка, цветочек 59 стоит. Такие вот, как коробочка для цветов. Ящик декоративный. Рамочки 199, 149. 99, 199. Ну, такие. Так, а это что? Блокнот подарочной коробки 199. Такой. Такой вот есть. Подарочный набор, блокнот, зажим и ручка. Тоже такой оригинальный. Но это скорее детский.
Вот это тоже. Тут еще эти самые есть блокнот. Блокнот, зажимы, ручка и еще вот эти листочки отрывные. Такой вот еще наборчик. А вот это вот интересная ручка. Набор. 199 стоит. Тоже там блокнотик и ручка. Так, кружка с крышкой. Вот как на картинке. Но она запакована в коробочке. Разные расцветочки есть. Так, ну и тут блокнотики, блокнотики. В общем, такие вот сувенирчики. Ну ничего так. Так, вот это что такое? Если что-то новенькое висит, то обязательно нету ценника. Блокнот, органайзер 99. Вот этот, наверное, стоит. Такие блокнотики интересные. Вот с ручкой. Это, скорее всего, мужская. Это еще с 23-го, наверное, осталось. Подарок своими руками. Детский набор для творчества. Мяч антистресс. Я все время останавливаюсь вот в этом отделе, где тут всякие вот эти вот заколочки, зажимчики. У Насти моей сейчас стрижка. И вот я думаю, хочется ей какие-то зажимчики хорошие, симпатичные взять. Но у нее волос густой, тяжелый. И надо, чтобы они держали еще хорошо. Вот раньше были такие с защелкой с другой стороны. А вот эти, мне кажется, немножко не очень-то. Не очень-то хорошие. Они будут сползать с ее волос. Вот эти вот новенькие какие-то тоже интересные. Но они долго не продержатся. Так, ну я смотрю, много вот такой вот продукции, конечно, тут есть. Не особо так я вижу, пока еще не вижу особенных новинок таких, чтобы... ну, можно из таких сделать подарочек какой-то из блокнотиков. Тоже можно какой-нибудь оригинальный блокнотик, например, выбрать, да, какую-то ручку интересную, что-то из косметики. Вообще не знаю, честно говоря, пока что я что-то принципиально новых особенно ничего такого здесь не увидела. То, что многое осталось еще с День Валентина вот был, да, День всех влюбленных, и то, что там осталось еще с того праздника, в общем-то, те подарочки и есть. Ну, сувенирчики такие, такую я уже показывала вам в прошлый раз, по-моему. Так, ну что тут? Видимо, поставки так особо сильно свежей и не было. Интерьер, вот это вот рамки. Ничего такого здесь не нахожу, чтобы прям сильно заинтересовало меня. Так, ну идемте тогда дальше. Смотрите, какие наклеечки интересные с бусинками. Они тут разные есть. Что тут еще? Вот такое. Такое. Наклеечки такие прикольные. Куда же их наклеивать? А вот магнитный блок для заметок. Это он, видимо, на холодильник клеится на магните. И тут для заметок листочки. Раз. Что-то закончилось из продуктов. Написали, чтобы не забыть купить. Так, скотч двусторонний. У меня дома закончился. Клейка, лента двухсторонняя. Какая интересная у нее. Так, 3 сантиметра это ширина. 1 метр длина. Какая толщина? Непонятно. Но бывает он нужен очень. Не знаю, взять его что ли. Посмотрим. 79 рублей стоит. Так, я смотрю, каша моя есть. Увелка, яблоко, клюква, абрикос, яблоко, изюм. Но я смотрю, что цена 7,80. Такая как была, так и осталась. В общем, возьму сейчас разных кашек и побольше. Набрала я каш, девочки, вообще целую кучу. В общем, взяла там разных, там 3 вида каш. Взяла их всех по чуть-чуть.
Я смотрю, коробочки красивые. Вот это уже тематика весны. Цветочки. Что это за боксик такой тут? А он два ящика вот такой двойной. Так, 199 стоит. И вот эти вот симпатичные вот для рукоделия. Тоже бабочки, цветочки. Ой, люблю я вот это дело. Красоту такую. Светильнички. Вообще, по большому счету, я просто так смотрю. Особо нового ничего не появилось. Ну, может быть, не было свежего завоза. Ну, из вещей тут особо как-то тоже ничего особо нового тоже нету. Рукоделие. Боксики вот такие вот. Складные коробочки. Коврики бросаются в глаза. Вот такой прозрачный, кому хочется. А вот это вот такой вот салатный, симпатичный цвет. Есть мягкие. Так, цены тоже я не вижу, не наблюдаю. Но вот эти по 190. Тут 199. Здесь большую 299 ценник вижу. А вот эти вот не вижу. Ну, вот такие же коврики есть тоже. Но они какие-то тоненькие, 149. Так, дошли мы до кухонных принадлежностей. Ланчбокс, контейнеры для хранения 199, а ланчбокс 99. И вот тут один есть уже вскрытый. Ну, это вот детский такой, прикольный. Два отделения, еще ложечка есть. Пластмассовая. Вот так с собой, раз ребеночку что-то положить. Прикольненько. Такой детский прямо. Так, ну что тут еще интересного есть? Я вот смотрю, и я не вижу особо принципиально нового. Ничего такого особенно нового. Принципиально нового. Набор прихваток каких-то маленьких. И не сложено, наверное. Так, такие формочки для выпечки. Ну, это уже праздник прошел. Так, топталочка металлическая. Вот, кстати говоря. А, нет, вот здесь вот слабое место. Может отпаяться. Сильно не давить на такую. Я люблю, когда прям литой металл. Тогда она надежнее. Так, что тут еще новенького? Ножи, досочки такие вот. В общем, ничего особо нового не вижу. Это что? Набор столовых приборов в футляре. Ложка-вилка. Цветные вот эти штучки бросаются в глаза. Так. Что это? Ложка для мороженого. Такая. Так, я смотрю, термос с чашкой стоит 299. Вот я открыла, он внутри металлический. Такой вот. Вот такая крышка с кнопочкой. Вот. И вот такая чашка. Кофе попить. Но есть просто черный. Есть черный с золотистым. Ну, так прикольненький. Но я смотрю, вот эти все шапки зимние, шарфы, перчатки, варежки полно. Но у нас уже в Ростове потеплело, и уже эта зимняя одежда не актуальна. Но ее пока еще не сменили. Пока еще висит. Вот такие вот. Это мужские носки. Видите, коротенькие. У меня такие беленькие есть, я в них зарядку делаю. Типа такого. Типа такого. О, а вот женские, розовенькие. Так, а где их ценник? Я не вижу цены. Цены не вижу. Прикольные. Они еще тут с пяточкой вроде бы, да? Ну-ка посмотрим, есть пяточка тут. Да, силиконовая пятка есть с обратной стороны. Она не дает спадать с ног, вот эта силиконовая пяточка. Хорошенькие. Так, что тут есть такого интересного? На подарок можно взять. Россия, родные просторы, конфеты. 199 рублей. Так, посела Белевская.
вкусная, кстати, взять что ли еще. Я вот ту съела тогда. Она мне понравилась, хорошая. Надо еще взять. Полезная штука. Так, пастила 79 стоит. Что тут еще хорошенького? Это что? А, какао. Бисквиты. Бисквиты не надо мне. Я вот такую штуку брала. Насте понравилось. Такой запакованный. Ребенку перекусить на тренировку. Взять что ли парочку для Насти? Сколько они? 11 рублей стоят. По 11 рублей штука. Ну ничего, нормально. Так, фасоль красная 29,50. Я такую же брала. И я делала тогда, что я винегрет делала. В общем, нормальная фасоль. Вполне очень даже нормальная. Состав хороший, все, качество хорошее. И горошек я тоже брала такой же. Взять что ли? Возьму, наверное, тоже горошек. Стоит тоже 29,50. Цена. В прошлый раз я брала паштет печеночный со сливочным маслом. Вот, 29,50, но коробка пустая, его нету. А вот этот 27,50 я не брала еще. Ну, возьму. Вот с маслом мне понравился. Как раз свет, когда отключали, я взяла баночку, открыла, на хлеб намазала и поела. Вот так вот, знаете, когда бывает, что надо на скорую руку поесть. Удобно. Так, ну а что новенького в посуде? Я смотрю, такие кружки появились. 99 рублей. Это что-то грязное какое-то. Такая вместительная довольно кружка. 99 рублей. Разные оттенки. И вот такая вот прикольная. Смотрите. Ух, какая большая. 149 стоит. Там еще синяя есть. Красная. Вот эта вот большая тоже классная кружка. Вот это сколько? Так, 149 такая стоит. Ух, какая классненькая. Так, вот такое вроде бы не видела. 99 разных цветов. Вот такие видела. Ну и вот поменьше есть. Вот это однотонная, беленькая, простая. Тоже такая хорошая форма, классная. 79 написано, если оно действительно к этой цене относится. А вот прозрачная. Так, что тут еще внизу? Ну, я пока тут такого новенького, принципиально нового особо не вижу. Вот большая кружка. Такой вот стакан без ручки. Какая тарелочка, или это салатница, салатник. Вот это салатник чуть-чуть глубже, поменьше есть, побольше разные, маленькие вообще совсем есть. Ну, какая большая, большая бульонница с ручками. Так, ну я в посуде так принципиально особо нового, ничего такого не вижу. Все вроде бы такое уже все было. И здесь тоже, тоже вроде набор для фондю. Фондю. Да, я даже не вижу таких подарочных наборов. В общем, к 8 марта я смотрю фикс прайс как-то сильно и не подготовился особо. Так, ну а тут что? Тут тоже посуда. Ну, кое-какая новенькая появилась. Вот это как с набора с одного, только разные формы тарелок. Ну и цены вот тоже. 79, 109, 199 форма для выпечки. А, это вот та, самая дорогая. Остальное все подешевле стоит. Ну и вот это вот черная посуда, белая посуда такая. А это что? Салатник. Ух ты, какой тяжелый. Он как фарфоровый. Хотя выглядит как миска. Вот такой вот салатник. Тяжеленький. Так, вот это что за банка? Большая такая, огромная банка. Просто банка. 3,5 литра. 299. Так, ну и что? И все.
Я все прошла и все посмотрела, да. В общем, короче говоря, честно говоря, я сюда шла, я думала, тут народу вот целая куча. А народу нету. Кучи нету народу. Как-то так все очень скромно перед праздником. И новинок особо нету. В общем, то, чего я ожидала, не получилось. Ну вот, собственно говоря, и все, девочки, что я взяла. Я вам все показала. Цены какие, все рассказала. 7 рублей 80 копеек до сих пор стоит вот эта вот кашка. Моя любимая. И вот, в принципе, все, что я взяла. Больше ничего брать не буду. Ничего интересного, новенького тут нету для меня. В общем, все, отправляюсь я сейчас на кассу и домой. Ну, а на этом, девочки, я хочу видео завершить. Собственно говоря, покупочки я вам все показала, озвучила. Ничего новенького, коротенькое видео, пускай будет, что-то по-быстрому смонтировала и выложила. И на этом я хочу видео закончить. Всех люблю, целую. Всем пока-пока. С наступающим праздником.